Каталонская «нет независимости». Противники отделения от Испании заявили о себе массовой демонстрацией в Барселоне. На улице вышло 350 тысяч человек. Это данные муниципальной полиции. Местные депутаты готовятся завтра рассмотреть результаты референдума. И люди требуют от политиков не делить страну. Больше расскажет Алексей Пшемыский. Барселона снова протестует. На улице города вышли десятки тысяч людей. В руках вместо каталонских флаги Испании. Каталония – это Испания, а они заставляют нас выбирать одну или другую национальность. Но Каталония – это Испания, это часть Испании. Из-за наших политиков люди уже разделились. По результатам референдума, который Мадрид объявил вне закона, 90% каталонцев высказались за независимость. Однако голосовало лишь 43% избирателей. Противники отделения референдум попросту проигнорировали. Именно отсюда такие цифры, уверены люди. Нас очень много, каталонцев, которые выступают против независимости. Долго мы молчали, но нам надоело это, поэтому сегодня мы здесь. Мы хотим и дальше быть с Испанией, иначе наступит хаос. Но при этом я тоже не могу смотреть на то, как правоохранители бьют людей. Насилие неприемлемо, правоохранители нарушили закон. Каталонских политиков винят в популизме. Многие из этих людей опасаются того, что может произойти с экономикой региона, если Каталония объявит независимость. Испания не грабит нас. Если Каталония объявит независимость, мы выйдем из еврозоны. Возможно, у нас по-прежнему будет использоваться евро. Но не будет центрального банка. И кто тогда будет финансировать Каталонию? Правительство Каталонии занимается лишь рекламой независимости. Но больше не делает ничего. Не занимается образованием, здравоохранением, ничем. Организаторы акции требуют от каталонских депутатов не рассматривать вопрос о независимости региона. Нет никакого противостояния между Испанией и Каталонией. Это наша внутренняя проблема, и мы должны решить ее. Поэтому мы просим президента Пучдемона не объявлять независимость в одностороннем порядке, потому что каталонцы первые, кто пострадает от этого. Еще вчера в очередном интервью премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что бы ни решили каталонские политики, отделения региона не будет. Правительство не допустит никакого объявления независимости. Испания останется Испанией. Мы не дадим экстремизму и радикализму разделить нашу страну. На кону не только Испания, но и наши европейские ценности. Поэтому мы будем действовать строго в рамках закона и Конституции. Однако Рахой добавил, надеяться, что Каталонию не придется лишать автономии, а местное правительство отправлять в отставку. Ведь ранее он грозился это сделать. Уже завтра парламент автономии должен рассмотреть результаты референдума и решить, объявлять ли независимость и создание каталонской республики. Повлияет ли на это сегодняшняя акция, вскоре увидим. Однако очевидно, каково бы ни было решение депутатов, здесь многим оно не понравится. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.